Почему наши сыновья должны умирать на чужой земле? Мать погибшего военнослужащего в вооруженных силах Армении в отчаянии выплеснула стакан воды в лицо следователя. В Армении матери солдат, погибших в небоевых условиях, организовали мероприятие, куда были приглашены представители Следственного комитета, военной прокуратуры и Министерства обороны Армении. В ходе мероприятия матери высказали свое мнение о творящемся в вооруженных силах Армении беспределе. Родители на протяжении нескольких лет утверждают, что квалификация смерти их сыновей в качестве самоубийства является фальсификацией и результатом несправедливого расследования, и требуют возобновления дел. Одна из матерей даже выплеснула стакан воды в лицо следователя, который сказал, что солдаты часто погибают по собственной вине. Акции протеста матерей погибших солдат давно уже стали привычным явлением. Раньше они неоднократно перекрывали улицы, объявляли голодовку, требуя от властей ответа на накопившиеся вопросы, в частности, почему их сыновья должны умирать на чужой земле. За последние несколько лет в рядах вооруженных сил Армении участились случаи гибели военнослужащих при непонятных обстоятельствах. В основном случаи смерти происходят на линии соприкосновения войск, в военных частях, дислоцированных на оккупированных азербайджанских землях. Смерть солдатов, погибших в результате избиения со стороны сослуживцев или офицеров, доведенных до самоубийства, в документах указывается как смерть по неосторожности.